Добрый день, уважаемые стипендиаты! Мы рады приветствовать вас на первой прямой линии благотворительного фонда Владимира Потанина. Ближайшие примерно полтора часа – это уникальная возможность поближе познакомиться с фондом, с его сотрудниками, с историей, с ценностями фонда и, конечно, с самой стипендиальной программой. В чате в Телеграме мы попросили вас заранее сформулировать ваши вопросы, и, конечно, сегодня вы получите на них ответы. Если вы вдруг не успели задать свой вопрос в чате Телеграма, у вас будет такая возможность. Сейчас на экране появится специальный QR-код, перейдя по которому вы попадете в программу Menti. Также вы можете оказаться в ней, просто введя в строке браузера адрес сайта menti.com и цифровой код 65795223. После того, как вы окажетесь в программе Menti, появится специальное поле, и в этом поле в течение всей прямой линии вы можете задать свой вопрос, и, конечно, мы постараемся дать на них ответы. А отвечать на ваши вопросы сегодня будет команда благотворительного фонда Владимира Потанина, и у вас будет возможность познакомиться поближе с каждым сотрудником. А слово для приветствия, для открытия нашей прямой линии мы, конечно, предоставляем генеральному директору благотворительного фонда Владимира Потанина Оксане Ивановне Орочевой. Добрый день, дорогие стипендиаты, победители стипендиального конкурса 2021. Мы рады приветствовать вас на прямой линии. На прямой линии с фондом Потанина, чтобы вы познакомились с тем, что делает стипендиальная программа. Мы впервые проводим, это наш первый опыт и ваш первый опыт. И мы рады, что мы нашли возможность встретиться сегодня, в выходной день, когда окончание учебного года, у всех какие-то другие планы, уже почти лето, хорошая погода, а мы с вами собрались, чтобы поговорить о стипендиальной программе, ее возможностях и планах. Почему мы решили провести прямую линию? Это в первую очередь для того, чтобы ответить на те вопросы, которые волнуют вас здесь и сейчас. Мы знаем, что вам не безразлична судьба стипендиальной программы, что у вас много возникает вопросов в процессе. И, конечно же, мы хотели бы не просто рассказать о программе, не просто ответить на конкретные вопросы, но и поделиться теми возможностями, которые дает программа и фонд для сообщества фонда, к которому вы уже присоединились. Стипендиальная программа – это старейшая программа фонда. Ей 21 год. Очень легко считать, она стартовала в 2000 году. И у программы очень богатая история, как у всех, кто празднует 21 год. Она в разное время предполагала разные возможности, но всегда стипендиальная программа, ее конкурсы и мероприятия направлены на поддержку высшего образования и основных участников этого процесса – студентов и преподавателей. Последние несколько лет стипендиальная программа сфокусирована на развитии магистерского образования. Собственно, это та ступень, которую представляете и вы. Мы всегда стараемся отвечать на вызовы времени. Нам важно, чтобы мы оставались современными. И, собственно, именно поэтому предлагаем какие-то новые форматы. 2020 год для всех нас оказался годом непростым. Мы перешли в онлайн и, собственно, перевернули все представления о том, каким образом можно и нужно работать. Собственно, студенты, вы, стипендиальная программа, оказались пионерами в этом направлении и для самого фонда. Нам было критически важно, с одной стороны, сохранить поддержку и усилить поддержку своих стипендиатов и грантополучателей, а с другой – предлагать и какие-то новые форматы, продолжать развиваться, не стоять на месте. И, собственно, спасибо вам большое, что вы на новые форматы постоянно откликались и продолжаете откликаться, присоединившись сегодня к нашей прямой линии. Конечно же, это все было бы невозможно, если бы мы все не были готовы к открытому диалогу. Уверена, что именно такой диалог состоится сегодня. Спасибо, Оксана Ивановна. Конечно, 21 год – это большой срок для стипендиальной программы. За это время она менялась, обрастала новыми форматами, новыми направлениями. И как это было, как это происходило, давайте посмотрим в специальном ретроспективном ролике.
История поддержки образования началась в 1999 году в Норильске с северной стипендиальной программы. Студенты, обучающиеся на отлично в государственных вузах за пределами родного города, стали получать дополнительную стипендию. А в 2000 году талантливые и активные студенты-отличники ведущих вузов уже по всей стране смогли принять участие в федеральной стипендиальной программе. 2001 год стал годом начала программы стажировки студентов МГИМО в загранучреждениях Министерства иностранных дел Российской Федерации. В том же 2001 году в целях поддержки качественного высшего образования стартовал конкурс грантов для молодых преподавателей вузов. В 2004 году впервые был опубликован рейтинг вузов по версии фонда Потанина. Рейтинг выпускается ежегодно и является одной из наиболее авторитетных независимых оценок качества обучения в российских вузах. Осенью 2008 года в Москве прошел фестиваль социальных проектов по итогам серии деловых игр для стипендиатов. Спустя год он лег в основу нового формата заключительных мероприятий федеральной стипендиальной программы – зимних и летних школ, первая из которых прошла в феврале 2009 года. 2009 год стал годом запуска ежегодной программы индивидуальных грантов для преподавателей ведущих российских вузов «Преподаватель онлайн». С 2013 года обновлен формат стипендиальной программы. Теперь она адресована студентам-магистрантам и преподавателям магистратуры из 75 ведущих государственных и негосударственных вузов России. В этом же 2013 году стартовало еще одно направление программы – олимпийские стипендии, которая помогает подготовить высококвалифицированных специалистов в области спортивного управления. 2014 год впервые объединил в одном пространстве стипендиатов студентов магистратуры и грантополучателей-преподавателей. С этого момента школа проводится один раз в год. В 2015 году состоялась первая конференция фонда, посвященная развитию магистратуры. В 2017 году все образовательные проекты фонда были объединены стипендиальной программой, и она обрела свой современный вид. И, конечно, в истории стипендиальной программы особое место всегда будет занимать 2021 год. Стипендиальный конкурс стал первым конкурсом, реализованным на новом портале фонда. Традиционно очные отборы были проведены в формате «фиджитал». Впервые информационная кампания конкурса прошла полностью онлайн. Был запущен телеграм-канал, собравший несколько тысяч подписчиков. Принес немало вызовов всем нам, заставил меняться, искать новые форматы и возможности. И, конечно, таким вызовом он был и для стипендиальной программы. Каким новациям и трансформациям он привел программу и каким запомнится конкурс на отбор 2020-2021 года? Ответить на этот вопрос мы попросим директора программ фонда Потанина Наталью Шульгину. Здравствуйте, дорогие друзья. Очень рада сегодня нас, что сегодня мы все собрались. Опять же, да, прекрасный солнечный день в Москве, по крайней мере, так. Надеемся, что и от Калининграда до Владивостока лето уже наступает, и мы чувствуем его приближение. Погода прекрасная, но тем не менее мы здесь, и здесь мы не случайно. Пользуясь случаем, от всей команды стипендиальной программы выражаю вам большую благодарность и за ту поддержку, которую вы оказывали весь этот непростой год, потому что весь 2020 год, он запомнился нам, он, конечно, не только сложностями и вызовами, но и прекрасными возможностями, которые мы смогли реализовать благодаря вашей поддержке. Вспомним такие важные вехи, как то, что стипендиальный конкурс стал первым конкурсом на новом портале фонда. Мы действительно стали такими пионерами портала, смогли запустить очень важный процесс, который потом также был поддержан в других конкурсах. За что вам большое спасибо, за то, что вы действительно всегда с пониманием и поддержкой относились к тому, как трудно быть первыми, но тем не менее, как важно быть первыми. Также в этом году впервые наши отборы, очные отборы второго этапа прошли в онлайн-формате. Конечно, были тревоги, волнения, нам казалось, что, может быть, и не получится так, как в очном, но мы видим, что получилось, и мы благодарны вам, опять же, за ваши отклики, они позволяют нам пересмотреть новый формат и не бояться новых экспериментальных решений. Конечно же, как уже мы видели в ролике, информационная кампания в этом году впервые прошла онлайн, и мы оценили такой прекрасный канал информации, как Telegram-канал, который собрал даже не просто подписчиков, а фактически единомышленников. То есть получилось собрать
сообщество вокруг телеграм-канала. Нам еще предстоит осмыслить этот феномен. Но нам кажется, что это замечательно, что вы с нами, вы по-прежнему активны, и будем использовать этот канал, естественно, и дальше для усиления нашего взаимодействия и каких-то новых инициатив. Ну и, конечно же, в этом году важным достижением стало то, что в этом году мы смогли определить 750 победителей, да, по сравнению с прошлым годом, когда их было 500. Поэтому, конечно же, программа развивается, конкурс развивается, и год нам запомнится не только сложностями, не только вызовами, но и прекрасными достижениями. И хотела бы отметить, что, конечно же, вот такие важные достижения, о которых мы сегодня говорим, не были бы возможны без поддержки такого соратничества со стороны наших партнеров, в первую очередь операторов стипендиальной программы, которые помогли нам реализовать все задуманное. Ну, здесь вот присутствуют представители и команды ЕВМ, которая помогла на таком высоком уровне провести впервые в истории фонда очные отборы. Ну и, конечно же, представителя фонда социальных инвестиций, оператора стипендиальных грантовых конкурсов. Здесь присутствует представитель фонда, директор программ Оксана Анистратенко. Ну, человек, мне кажется, не нуждающийся в дополнительных представлениях в нашей аудитории. Оксана оказала очень важную поддержку всем процессам и особенно всему сообществу заявителей, впоследствии грантополучателей. Вы все с ней знакомы на многочисленных вебинарах, консультациях, телеграм-канале, поэтому передаю Оксане слово с большим удовольствием. Оксана. Дорогие друзья, добрый день. Наталья, большое вам спасибо за такое теплое представление. Для нас действительно очень большая честь и радость сегодня находиться в этой студии. И я рада приветствовать всех от команды Фонда социальных инвестиций, включая нашего рыжего кота, которого вы на протяжении с ноября месяца видели и слышали неоднократно в прямом эфире. Он в силу возраста сегодня не смог присутствовать в студии, тем не менее передает всем привет. И для нас вот это вот партнерство с фондом, оно уже длится на протяжении 3 лет, и для нас это всегда про открытость и про партнерские отношения. И вот эту вот парадигму вы наверняка на себе ощутили. Искренне завидуем вашему новому статусу стипендиатов фонда. Искренне рады, что вы присоединились к этому такому высокому профессиональному сообществу. И, конечно же, тоже со своей стороны хотела бы поблагодарить вас за ту поддержку в режиме онлайн 24/7. Мы с вами вместе встречали Новый год в прямом эфире. Мы вместе радовались и грустили по поводу ваших каких-то побед и, может быть, того, что пока не очень хорошо получается. И, конечно, ваша вот эта вот открытость, то, что вы не боитесь высказывать свое мнение, то, что вы идете на диалог, то, что вы готовы отстаивать свою точку зрения, это бесконечно важно. И мы очень надеемся, что наш телеграм-канал, он со сменой ваших дальнейших статусов, он не изменится. Да? Все-таки хочется продолжить эту жизнь какую-то сохранить. И оставайтесь в орбите фонда. Для вас очень много приятных сюрпризов, которые вам пригодятся на протяжении всей жизни. Еще раз искренне вас поздравляем. Спасибо. Спасибо, Наталья, Оксана. Конечно, фонд Потанина всегда стремился к тому, чтобы отборы были не таким конкурсным испытанием, а ярким эмоциональным событием. Удалось ли сохранить эмоции, драйв в онлайне? Давайте посмотрим ролик и вспомним, как это было. Три, два, один. Улыбайтесь. Вот это лица победителей, я понимаю. Так, улыбайся. Есть ли вопросы по игре? И нам дали очень много очков. Один уже принял. Что, серьезно? Да. Ой-ой-ой. Премию нашему переговорщику. Молодцы, мы молодцы. Ура. Ну мы же первые. Тактика, так. Стратегия. И улыбаемся, смотрим в камеру, делаем милое лицо. Да, сейчас я посмотрю, сохранился ли. Ой. Кто в каком городе находится? Я в Москве. Питер, Зеленоград. Питер и Самара. Самара.
просто не знаю, что там происходило, но вы просто крутые, когда сказали, что все решили. Мы покажем то, что мы... Мы дружно. Позитивно настроены, да, давайте. Все, что-нибудь ставьте, время, 7 секунд. Давайте М. 4 секунды. Ничего себе. Вот такие результаты, ноздря в ноздрю шли команды. Вот такая она жизнь. Всех нас поздравляю. Мой пиар-менеджер. Ничего себе. Сегодня колоссальное удовольствие получил. Dream Team! Вот такие они. Первые в истории стипендиальные программы онлайн-отборы. А у нас наступает время вопросов. И первый вопрос, который мы хотим озвучить в эфире прямой линии, задал нам Никита Хребтов из Архангельска, из Северного Арктического Федерального Университета имени Ломоносова. Вопрос всеобъемлющий, такой глобальный, звучит он так. Что помимо конкурса входит в стипендиальную программу? И ответить на него мы попросим директора программ фонда Наталью Шульгину. Никита, спасибо за такой важный и действительно очень интересный вопрос. Я хочу сказать, что, конечно же, стипендиальная программа — это больше, чем стипендия, это больше, чем очные отборы, это больше, чем стипендиальный конкурс. Это целая семья возможных конкурсов, инициатив, в которых со временем, вероятно, вы захотите и сможете принять участие. На слайде вы видите, что есть стипендиальный конкурс для магистрантов, собственно, в котором вы приняли участие. Для преподавателя магистратуры мы предлагаем грантовый конкурс на разработку, мы предлагаем гранты на разработку образовательных продуктов. Также мы проводим школу фонда, о которой сегодня не раз еще пойдет речь. Конференция по магистратуре для преподавателей. Специальные проекты, связанные с реализацией олимпийских стипендий в Российском международном олимпийском университете в Сочи. Стажировки студентов МГИМО. Различные проекты, программы повышения квалификации, исследования, рейтинг вузов по версии фонда. Причем хотел бы отметить, что рейтинг для нас является не только механизмом, инструментом отбора вузов, участников программы, потому что иногда вы задаете вопрос, да, как вуз может попасть в программу. Для этого существует целая методика приглашения в программу и участия, соответственно, которая регулируется тем самым рейтингом. Кроме того, рейтинг является для нас также прекрасным инструментом не впрямую, но наблюдать и отмечать тенденции и тренды, которые уже существуют в системе образования, которые только зарождаются. Исследования помогают нам предугадать, куда двинется вся система, где будет наиболее востребована наша поддержка. Поэтому, как вы видите, возможностей для самореализации мы предлагаем еще достаточно много. И если кто-то из вас свяжет свою судьбу с работой в вузе, с такую академическую траекторию выберет, то, безусловно, мы будем рады видеть вас в наших других инициативах, проектах, конкурсах. И сегодня я очень рада, что мы можем не только рассказывать, но и сами рассказывать о том, что мы делаем, но и в большей степени делегировать эту возможность тем, кто уже участвовал, кто сначала пришел в сообщество фонда как стипендиат, а в дальнейшем присоединился к другим проектам и инициативам. Давайте посмотрим на эти истории. Да, у нас как раз есть видеоистория Алексея Говоркова из Иркутска, который, будучи выпускником стипендиальной программы, впоследствии дважды стал победителем грантового конкурса для преподавателей магистратуры. И давайте узнаем его историю от него самого. Участие в стипендиальной программе фонда Потанина 2015 года и далее дважды победитель грантового конкурса для преподавателей магистратуры позволило развить такие компетенции, как формирование студенческих команд, быть наставником, принимать ответственность, быть лидером. Я сформировал команду и реализовал грант по виртуальной лаборатории агрегатно-сборочных работ в авиастроении совместно со студентами, аспирантами и представителями Иркутского авиационного завода, который сейчас активно внедряется в учебный процесс, так как VR-технологии развиваются в образовании и в других направлениях. Я стал наставником, сформировал несколько команд, которые реализуют и под моим руководством развивают свои компетенции и становятся также лидерами.
грантовый конкурс и в целом фонд позволил мне вырастить карьерной лестнице от доцента до директора технопарка, начальника управления научной деятельности и директора Института информационных технологий. Спасибо фонду за представленную возможность, успехов и развития. Спасибо Алексею за то, что он действительно поделился своей историей успеха. Мы рады быть сопричастными, да, тому, что он начинал как стипендиат, затем несколько раз реализовал себя как грантополучатель грантового конкурса. Мы видим, что действительно ему удалось профессионально реализоваться в родном вузе. И это замечательно. Если кто-то из вас в дальнейшем планирует связать свою работу с вузами, академическим сообществом, то, вот, опять же, пример Алексея вполне может вдохновить на активную позицию, активную роль выстраивание личной такой профессиональной траектории. Но неправильно было бы считать слишком узко, что деятельность и поддержка фонда сводится только к стипендиальной программе. Как неправильно было бы считать, что стипендиальная программа только к стипендии. Да, конечно же, фонд поддерживает различные направления. Это и поддержка развития культурных институций в рамках программы «Музей без границ». Это системное развитие филантропии как сектора в рамках программы «Эффективная филантропия». Безусловно, новое направление и очень интересное, открытое с этого года, сила спорта, поддержка социального спорта, инноваций и проектов в этой сфере. И как ни странно, а, наверное, совсем не странно, потому что наши стипендиаты — это действительно лидеры, которые готовы участвовать во всем новом, во всем перспективном, интересном. Так вот, безусловно, уже есть примеры, которыми мы гордимся, успешного продолжения взаимодействия наших стипендиатов, выпускников стипендиального конкурса с другими, в других проектах, конкурсах фонда. И сейчас мы тоже посмотрим ряд интересных видеоисторий. Да, у нас есть сразу несколько видеоисторий о стипендиатах, которые вовлечены или развивают направления, поддерживаемые фондом Потанина, наряду с высшим образованием. И давайте начнем с истории Юлии Наконечной из Новосибирска. Всем привет из Новосибирского академгородка с территории кампуса Новосибирского государственного университета. Спустя 5 лет после получения мной стипендии фонда Владимира Потанина я могу сказать, что для меня это большая гордость и большое достижение. А еще стипендия стала первыми моими осознанными накоплениями, которые я инвестирую до сих пор. Очень здорово для меня и очень важно, что спустя 5 лет я до сих пор являюсь благополучателем фонда Владимира Потанина, потому что после стипендии последовало участие в 2-летних школах фонда, и сейчас я заканчиваю программу повышения квалификации по развитию целевых капиталов на базе Московской школы управления Сколково, так как являюсь директором фонда собственника целевого капитала Endowment НГУ. Поэтому я очень благодарна фонду Владимира Потанину и стипендиальной программе за то, что это было начало пути, начало нашего сотрудничества, которое стало для меня очень важным. Это развитие, мое личностное развитие. И это прекрасно. Остаются и вообще формируются самые прекрасные воспоминания. Все эти мероприятия, даже отбор на стипендию, который очень волнительный, это все равно прекрасное событие, которое я помню до сих пор, за что тоже огромное спасибо. История Юли — это такой, конечно, очень показательный пример того, как выпускник стипендиального конкурса может заниматься устойчивой благотворительностью, развивать эндаумент, целевой капитал своего вуза. Другая, не менее интересная история — это история от Полины Чубарь, сотрудника Политехнического музея из Москвы, которая рассказывает о своем опыте профессионального развития с помощью, конечно, стипендиальной программы. Послушаем Полину. Несколько лет назад, в свой день рождения, я встречала в довольно необычной ситуации. В светлых залах МГИМО было собрано большое количество активных людей, студентов. Они были в ярких футболках, они дебатировали, импровизировали, решали логические задачки. Не поверите, но через год я оказалась в этот же день в том же месте. Собственно, это был очный отборочный тур стипендиальной программы фонда Потанина. И так со второго раза я стала стипендиатом этой программы. Вообще, меня зовут Полина Чубарь, я работаю в Политехническом музее, где занимаюсь доступностью, вовлечением, работой с сообществами.
И программы фонда, они всегда как-то находятся рядышком. Например, сейчас наши волонтеры заполняют заявки на конкурс фонда «Музейный волонтер». Или буквально несколько недель назад я сама закончила школу научной коммуникации. Это проект университета ИТМО, который был также поддержан фондом «Ботаника». Очень здорово, что создаются программы, проекты, в которых можно находить поддержку и транслировать те идеи и ценности, которые могут менять нашу с вами жизнь к лучшему. Полина рассказала о своем участии в стипендиальном конкурсе, о том, как она и ее коллеги сегодня участвуют в текущих конкурсах музейной программы благотворительного фонда Владимира Потанина. А наша следующая героиня Виктория Дихорь из Екатеринбурга еще во времена стипендиатства стала специализироваться на теме спорта. И давайте познакомимся с Викторией и ее историей. Добрый день! Вас приветствует Екатеринбург и Уральский федеральный университет. Меня зовут Виктория, и мне посчастливилось быть стипендианткой фонда Потанина 2014-2015 года. Скажу, что тогда для нас это было очень волнительно, томительно. Мы всей группой готовились, и мне удалось победить. Столько приятных впечатлений, столько приятных мыслей сразу при мыслях о фонде. Расскажу, наверное, о том, чего я добилась сейчас. Прошло уже много лет, и сейчас я работаю в Уральском федеральном университете старшим преподавателем. И как раз тема, в которую тогда в 2014 году не верил никто, тема, посвященная психологии футбольных фанатов, сейчас она стала популярной, сейчас по чемпионатам мира она стала достаточно такой трендовой, я бы даже сказала. Но тогда, в 2014 году, именно коллеги из фонда Потанина поверили в меня. И тогда мне удалось, благодаря фонду, получать образование не только в России, но и за рубежом по спортивной психологии. И вот сейчас, несколько лет назад, я открыла первый курс образовательный в Уральском федеральном университете, который посвящен основам психологии футбольных болельщиков. Также мы написали с коллегами первое в России и даже в мире пособие. Теперь это пособие используют не только в нашей стране, но и за рубежом. Также хочу сказать о том, что благодаря фонду мне удалось посетить большое мероприятие. Оно было в Москве, у нас был огромный форум, мы там познакомились с ребятами, с многими до сих пор общаемся. Думаю, что именно потому, что мы достаточно успешные, энергичные и активные. Кроме того, конечно, хочу сказать о том, что сама возможность победить вообще стать стипендиаткой, она некой была такой элитой для нас тогда, и уверена, что для вас, ребят, сейчас это не менее престижно, не менее статусно. Наверное, самое главное, что когда фонд верил в меня, я поняла, что и тема актуальна, ну и, конечно, я достойна того, чтобы эту тему развивать. Искренне надеюсь, ребят, что у вас дальше ждет только самое лучшее, и у вас ждет большое перспективное будущее, и да пребудет с вами сила, конечно же, успех, жизнерадостность, но самое главное, верьте в себя, фонд Потанина поверит в вас. Спасибо вам большое, до скорой встречи. Ну, как мы видим, тема спорта, в том числе социального спорта, волнует не только фонд Потанина, который в прошлом году открыл программу «Силы спорта», но и сообщество фонда, самих стипендиатов, но и в целом вот такие уникальные истории, такие замечательные возможности предоставляет стипендиальная и другие программы фонда. А у нас есть еще один вопрос от стипендиата, пожалуйста. Всем привет! Было объявлено, что в скором времени состоится школа, и в связи с этим у меня возник вопрос. Кто может участвовать в школе и какие условия? Мы адресуем этот вопрос директору программ благотворительного фонда Владимира Потанина Юлии Лизичевой. Юля. Здравствуйте, дорогие друзья. Иван, спасибо большое за вопрос. Действительно, 1 июня стартует прием заявок на участие в школе фонда. Это будет 18-я школа, и мы приглашаем принять участие в ней всех стипендиатов и грантополучателей последних 4 лет. Школа традиционно является площадкой общения, обмена опытом и решения нетривиальных задач для стипендиатов и грантополучателей. Мы будем принимать заявки на участие в школе с 1 по 15 июня. Потом необходим небольшой перерыв для того, чтобы провести экспертизу. И 28 июня будет объявлен список участников. Сама школа пройдет с 5 по 9 июля в онлайн-формате. Мы заботимся о вашем здоровье, и на данный момент это самый правильный и единственный вариант провести такое большое мероприятие, в котором примут участие представители из большого количества регионов и городов. В программе
школы будет предусмотрено большое количество интересных мероприятий, встречи с яркими спикерами и, конечно же, решение задач от представителей некоммерческого сектора. С вами будут работать лидеры НКО, которые зададут настоящие задачи, и мы очень надеемся, что вы поможете в их решении. Мы точно знаем, что вам очень понравилась игра «Грани». Так вот, на школе появится возможность еще раз окунуться в ее атмосферу и поиграть с самой лучшей на свете командой. Ждем вас на презентации школы, которая состоится 1 июня в 11 часов. Презентация и установочная сессия для ее участников, которым мы расскажем все условия, как писать эссе, как подать заявку, пройдет онлайн на наших официальных каналах Facebook и YouTube. До встречи! Спасибо, Юля. Мы напоминаем всем участникам нашей прямой линии, что вы можете задавать свои вопросы сотрудникам фонда в специальной программе Menti, перейдя по QR-коду, который появился у вас на экране, или просто введя в строке браузера адрес сайта menti.com и цифровой код, который вы видите на экране 65795223. Давайте послушаем еще один видеовопрос у нас есть от стипендиата. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, существуют ли какие-то мероприятия или школы для победителей стипендиальной программы, в которых можно поучаствовать уже сейчас или по окончанию магистратуры? Благодарю за ответ. Вот такой вопрос от Екатерины. Вопрос составной. Таких возможностей очень много, и мы попросим ответить на этот вопрос сразу нескольких сотрудников фонда Потанина. И вначале предоставим слово менеджеру проектов Наталье Сухоруковой. Здравствуйте, дорогие друзья. Екатерина, большое спасибо за такой важный вопрос. Я думаю, он волнует очень многих стипендиатов. Ну, 2020 год, несмотря на все сложности и трудности, стал своеобразным вдохновителем и мотиватором для поиска новых подходов к организации деятельности. Ну, для нас это прежде всего был поиск новых форматов поддержки сообщества фонда. И вот в ответ на этот вызов фонд инициировал и организовал ряд обучающих цифровых программ, организуемых совместно с ведущими вузами России и другими профильными организациями. На отборах многие из вас говорили о важности профессионального развития, о прокачке так называемых мягких надпрофильных навыков. Soft skills. Мы очень много сейчас говорим об этом и понимаем, что они приобретают невероятно важное значение в современной жизни. Ну и ваши предложения все были услышаны. А именно для вас, победителей стипендиального конкурса 2020-2021, фонд предусмотрел возможность проведения новой, уникальной образовательной программы, которая в данный момент разрабатывается коллегами из Томского госуниверситета в рамках проекта «Академия лидерства». Эта программа предусматривает проведение серии микрокурсов, которые как раз направлены на развитие вот таких универсальных компетенций. А уже начиная с июля этого года у вас будет возможность принять участие в двух микрокурсах. Это будут дизайн мышления и управление стрессом. А в планах до конца 2021 года проведение еще двух микрокурсов «Управление конфликтами» и «Саморегуляция». Ну, темы довольно интересные. И еще один важный момент, на который мне хотелось обратить ваше внимание, это то, что до конца 2021 года у каждого из вас будет возможность пройти обучение по всем четырем микрокурсам, вне зависимости от того, окончили ли вы магистратуру или продолжаете обучение. Пожалуйста, не пропустите занятия. Мы будем очень рады видеть вас среди участников этой программы. Удачи профессионального и личного роста! Спасибо, Наталья. И у нас есть короткое видеопредставление этого курса от его авторов-разработчиков. Давайте посмотрим ролик.
Добрый день, уважаемые студенты. Меня зовут Другова Елена Анатольевна. Я директор Института передовых технологий обучения Томского государственного университета. Я хочу пригласить вас принять участие в проекте «Академия лидерства» и поучиться на разработанных нами микрокурсах по развитию универсальных компетенций для студентов. Все вы наверняка знаете, что такое универсальные компетенции или мягкие навыки, или soft skills. Это те навыки, которые нужны в любой профессии, независимо от того, чем предметно вы занимаетесь. Это навыки, связанные с управлением командами, способности делать презентации, разрешать конфликты, управлять своими состояниями, стрессом. Как говорится, принимают на работу сегодня по хардам, а увольняют по софтам. Такая есть популярная фраза. Множество отчетов разных экспертных организаций подтверждает запрос работодателей на эти навыки. Также и исследования, проведенные среди студентов, выявляющие проблемы отчисления академических задолженностей, показало, что именно дефицит мягких навыков часто бывает причиной этих проблем. Проблем с адаптацией, дефицит навыков самоорганизации, способность управлять собой, временем, разрешать конфликты. Именно поэтому мы придумали этот проект. Мы запланировали очень много интересных микрокурсов, которые будут доступны студентам всегда и в любое время. И в данный момент разработана только часть из них. Также стоит сказать про формат. Микрообучение – это очень интересный формат, очень удобный, набирающий популярность, поскольку обучение модульно, происходит совершенно небольшими практическими такими модулями. Оно нацелено на конкретные результаты, освоение конкретного навыка в рамках данной компетенции. Контент всегда доступен, он всегда очень сфокусирован, он экономит ваше время. И это очень удобный и перспективный такой способ обучения сегодня. Я хотела бы рассказать вам про два микрокурса, на которые мы хотели бы вас пригласить. Это дизайн мышления. Дизайн мышления – это такой способ работы с ситуацией, выявления, генерации идей и работы с проблемами. На данном курсе вы сможете пройти по шагам основного дизайна мышления, освоить его. Вы получите дополнительные материалы, помятки, пройдете немножко тестов, и в качестве основного задания у вас будет заполнение дневника дизайн мыслителя. Курс составлен чудесным автором, который очень хорошо разбирается в этой теме, его уже много лет ведет. И второй микрокурс, совершенно другое направление, это управление стрессом. Последний год пандемии показал, как важно управлять своими эмоциональными состояниями, как они важны в нашей жизни. Здесь также по структуре будет 9 модулей, немножко очень сфокусированной теории, памятки, рефлексивные задания, которые складываются в заполнении дневника энергии. И вы пройдете освоите разные темы, связанные с тем, как можно управлять своим стрессом. В результате будет выдан такой замечательный сертификат от Томского государственного университета и от благотворительного фонда Владимира Потанина. Будем вас ждать на наших курсах и до встречи. Мы уже рассказали о достаточно большом количестве возможностей, которые предоставляет стипендиальная программа, но еще не про все. И хотели бы предоставить слово ассистенту программ фонда Елизаветы Тюнькиной, которая расскажет об еще одной такой замечательной, актуальной возможности, которой вы можете воспользоваться в самое ближайшее время. Елизавета. Спасибо, Оксана. Я продолжу отвечать на вопрос Екатерины о возможностях, которые открываются перед нашими стипендиатами как части сообщества фонда. Кстати, вы уже слышали о программе, о которой я сейчас буду говорить, потому что как раз несколько наших выпускников, которые сегодня были на ваших экранах, прошли эту программу. Речь идет о совместной программе повышения квалификации с университетом ИТМО. Эта программа посвящена научной коммуникации. Когда мы ее открыли, мы получили несколько сотен заявок и поняли, что программа очень востребована и актуальна для нашего сообщества. На данный момент программа сфокусирована на теме научной коммуникации в образовательных и музейных проектах. Слушатели проходят три модуля различных тематических курсов. Они занимаются в мини-группах под руководством тьюторов-наставников. А если слушатели успешно завершают курс, они получают документ, подтверждающий повышение квалификации, а также совместный сертификат фонда и университета ИТМО. Ну и если переходить к самой, наверное, важной информации, то следующий набор состоится уже в следующем месяце. И я хотела бы обратить внимание, что эта программа рассчитана на сотрудников вузов и музеев, поэтому если среди вас есть те, кто работает в этих учреждениях и кто хотел бы прокачать свои профессиональные навыки, развиться в научной коммуникации, то мы будем очень рады вас видеть, поэтому ждем ваших заявок, следите за анонсами, рассылками и не пропустите новый набор.
И у нас есть небольшая видеоистория об этом курсе. Давайте посмотрим ролик. Уважаемые коллеги, меня зовут Дарья Денисова, я руковожу Центром научной коммуникации и преподаю в университете ИТМО. Год назад мы запустили большую программу повышения квалификации совместно с благотворительным фондом Владимира Потанина, которая посвящена научной коммуникации. Научной коммуникацией мы занимаемся довольно давно, и будучи сами неотъемлемой частью образовательного пространства, мы понимаем, как важно уметь упаковывать свой образовательный продукт, как важно заниматься коммуникацией результатов своих проектов, задач, и как важно при всем при этом искать вдохновение, как важно при этом постоянно находиться в поисках чего-то нового, инсайта, вдохновения для того, чтобы была мотивация двигаться дальше. Когда мы задумывали эту программу, мы решили, что ни на одно мгновение участники, слушатели не останутся наедине со своими страхами, вопросами. Именно для этого мы придумали, что в рамках нашей ППК все участники будут работать в малых группах под руководством тьютера. Поэтому со мной сегодня не случайно Яна Должанская, научный коммуникатор, выпускница нашей магистратуры. Кстати, кажется, ты стипендиат. Да, я действительно стипендиат фонда 2017 года, поэтому я особенно рада вернуться сейчас в ряды потанинцев, но уже в качестве тьютора школы научной коммуникации. И как ты правильно сказала, мы действительно работаем в малых группах, таким образом мы добиваемся максимальной персонализации образования, мы с каждым индивидуально разрабатываем ваши траектории образовательные, работаем над вашими проектами, только над вашими целями и задачами. Мы рады видеть на этой программе слушателей со всех регионов страны, совершенно разным бэкграундом, совершенно разными темами. Кто-то приходит развивать коммуникацию образовательного проекта, магистратуры или более компактной программы. Кто-то занят коммуникацией в музеях. Какие у тебя были любимые проекты в рамках твоей группы? У меня все любимые были, конечно, но, наверное, если говорить о фаворитах, то это словарь научных терминов для слабослышащих людей и все, что касается популяризации профессии ученого. Это всего лишь маленький пример того, чем мы занимаемся на этом курсе. В июне мы запускаем новый набор. Мы уже отучили сотню выпускников стипендиальной программы. И в июне откроем новую запись, где будет 100 мест, тьютеров будет еще больше, поэтому мы невероятно вдохновлены этой возможностью. Так что, участники первой линии, пожалуйста, следите за информационными объявлениями, и мы ждем вас на нашей программе. До встречи! Вот такой курс. Обязательно воспользуйтесь этой возможностью. А у нас есть еще один видео-вопрос от стипендиата. Возможно ли получить помощь в развитии своих проектов? Ответить на этот вопрос мы попросим менеджера проектов благотворительного фонда Владимира Потанина Александру Барковец. Александра, такую помощь получить возможно. Ближайшая возможность – это конкурс практики личной филантропии и альтруизма. С 2019 года мы поддержали уже 70 проектов в более чем 30 регионах России. Эти проекты решали различный спектр задач в разных областях – образование, искусство, наука, культура, помощь социально уязвимым слоям населения. С 2020 года в этом конкурсе могут участвовать победители всех программ фонда всех лет. Этим летом мы объявим третий конкурс практики личной филантропии и альтруизма и будем ждать ваших заявок. Спасибо. И у нас есть сразу две видеоистории о стипендиатах, которые стали победителем конкурса практики личной филантропии и альтруизма и успешно реализуют свои собственные социальные проекты при поддержке фонда Потанина. Первая история – это история Светланы Юшковой из Красноярска. Добрый день, меня зовут Светлана Юшкова. Я работаю в Национальном парке «Красноярские столбы» и обучаюсь на третьем курсе аспирантуры Сибирского государственного университета науки и технологий имени Михаила Федоровича Решетнева. В 2017 году мне посчастливилось стать обладателем именной стипендии Владимира Потанина. И это событие я по праву считаю одним из ключевых в своей жизни. И дело совсем не в стипендии, а в возможности стать причастной к большому сообществу, объединяющему людей с добрыми сердцами, светлыми головами и трудолюбивыми руками. Каждый год на протяжении 3 лет благотворительный фонд Владимира Потанина поддерживал одну из социально значимых инициатив, представленных мною в разных конкурсных программах. Так, в 2018 году был реализован проект «Тропа возможностей», направленный на адаптацию настильной экологической тропы в Национальном парке «Красноярские столбы» для маломобильных посетителей. Ежегодно экотропу посещает более чем 800 тысяч человек, треть из которых являются людьми с особыми потребностями.
В 2019 году был реализован проект «Заповедное расшколивание». Это серия инклюзивных экологических школ для учеников города Красноярска. А в 2020 году, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, был реализован проект «Исцеление природой», направленный на экологическое просвещение и социально-психологическую реабилитацию людей, находящихся на лечении или на вынужденной самоизоляции. Я хотела бы искренне поблагодарить благотворительный фонд Владимира Потанина за веру и доверие, за помощь и поддержку на каждом этапе каждого проекта. Большое спасибо! Полина Мозгалёва из Томска также получила поддержку фонда на реализацию своего социального проекта в рамках конкурса «Практики личной филантропии и альтруизма». Давайте узнаем об этом подробнее от нее самой. Всем привет! Мы находимся в детском технопарке «Кванториум» города Томска. А когда-то, когда я была студенткой и выиграла федеральную стипендиальную программу благотворительного фонда Владимира Потанина, с командой потанинцев мы только затевали такие проекты. Мы приходили в школы, делали какие-то эксперименты, технические проекты. Сейчас же технопарки существуют по всей стране. Стипендиальная программа повлияла на мою жизнь безумно, потому что это огромное сообщество, это люди, это идеи. Вот когда ты становишься потанинцем, это на всю жизнь. А еще в прошлом году, благодаря поддержке фонда, мы инициировали всероссийское движение «Инженерное волонтерство». Мы разработали навигатор и полезные советы по внедрению, и сейчас это движение пользуется спросом уже по всей России. Быть участником и победителем программ фонда Потанина – это невероятно круто. Не просто потому, что это сильный бренд, но и потому, что это действительно влияет на твою судьбу. В общем, если у вас есть идеи своего собственного социального проекта, следите за анонсами на сайте фонда и в социальных сетях. Новый конкурс уже не за горами. А у нас есть еще один видеовопрос. Я хотел бы узнать, какой вклад делает благотворительный фонд в достижение цели устойчивого развития и как повестка ЦУР отражается в его программно-проектной деятельности. Спасибо. Вот такой фундаментальный, основательный вопрос. И ответить на него мы, конечно, попросим генерального директора фонда Оксану Ивановну Орочеву. Спасибо за такой вопрос, Денис. И тоже попробую ответить максимально общее по поводу работы фонда с точки зрения цели устойчивого развития. Как вы знаете, цели устойчивого развития или ЦУР были приняты ООН в 2015 году. Это 17 целей, одна из которых является целью, наверное, наиболее близкой к тому, что сегодня обсуждается, и то, что делает фонд, это та самая 17-я цель – партнерство. Но когда мы стали про это думать и говорить? В 2016 году, когда фонд разрабатывал новую стратегию, мы первый раз посмотрели на цели устойчивого развития. Мы их очень внимательно изучали и в тот момент решили, что хотя то, что делает фонд, очень сильно пересекается с целями устойчивого развития. Будь то развитие городов, сообществ, участие людей, изменение ситуации с точки зрения образования, доступности образования и его качества, мы не прибегали к этой терминологии. На самом деле то решение было достаточно обычным для некоммерческого сектора и благотворительных фондов. Ведь благотворительные фонды и некоммерческие организации более активно стали обращаться к проблематике ЦУР не с точки зрения деятельности в этой сфере, а с точки зрения терминологии не так давно, примерно в 2019 году. Тогда впервые в рамках подготовки Генеральной Ассамблеи ООН и различных мероприятий, связанных с этим, на площадке ООН в Нью-Йорке стала обсуждаться роль благотворительности в развитии цели устойчивого в решении цели устойчивого развития. Мы тоже принимали участие как фонд в мероприятиях в Нью-Йорке. Это очень разный спектр мероприятий. Но стало понятно, что уже пора переходить от просто обращения внутреннего к целям устойчивого развития к обсуждению этих целей. И первое такое обращение к целям устойчивого развития уже, скажем так, публично с точки зрения фонда состоялось, собственно, на школе. Мы очень активно это обсуждали. Одна из тем, которая возникла, это то, что сами мероприятия, которые проводит фонд, должны поменяться, должны стать более экологичными. Мы максимально постарались прислушаться, и несмотря на все сложности 2020 года, да, потому что было 2019, использовать эти подходы, выработанные стипендиатами на школе, в нашей повседневной деятельности.
деятельности. Ну, например, отказавшись от многих бумажных носителей, начиная от портала, о котором уже идет речь, и то, что нет необходимости теперь распечатывать большое количество бумаг, заканчивая от отказа от пластиковых, например, бумажных стаканчиков, которые мы все раньше использовали на больших мероприятиях. Но это такой небольшой пример. Конечно же, тема цели устойчивого развития, она всеохватывающая. И она точно так же пронизывает все направления деятельности фонда. Мы инициировали обсуждение связи культуры и целей устойчивого развития в прошлом году, в 2020, в рамках форума «Музейный гид», который проводится традиционно на фестивале «Интермузей». Тогда мы говорили о том, как то, что происходит в культуре, работает на достижение этих целей. Кстати, интересно, что тема культуры как таковая в целях устойчивого развития отсутствует, не выделена специально, но представить себе достижение этих целей без культуры невозможно. Были очень интересные обсуждения, каким образом можно через культурные проекты помогать менять города, например, или решать экологическую повестку. Многие эти обсуждения доступны сейчас, собственно, на ресурсах фонда. Точно так же, запустив новую программу «Силу спорта», мы тоже посмотрели на спорт через призму ЦУР. И на первой конференции, которую мы проводили по социальному спорту, мы обсуждали взаимосвязь целей устойчивого развития и социальных спортивных проектов. Тема устойчивого развития присутствует и в конкретных проектах наших победителей конкурсов. Но, наверное, можно говорить о том, те проекты, которые вы услышали сегодня, это тоже про ЦУРы. Например, те же экологические проекты или когда мы говорим о доступности образования. Есть и проекты наших преподавателей, которые разрабатывают специальные курсы, связанные с развитием городов, изменением среды вокруг себя, и это тоже цель устойчивого развития. Поэтому, наверное, хотелось бы, завершая вот ответ на этот вопрос, сказать, что цели устойчивого развития присутствуют во всей деятельности фонда. И неважно, используем мы это понятие или нет, каждый шаг, каждое мероприятие, каждый проект, собственно, и приближает нас как фонд и наших благополучателей к тому, чтобы мы реализовали эти амбициозные мировые цели. Спасибо, Оксана Ивановна. И мы, конечно, видим с вами, что вся деятельность фонда Потанина так или иначе отвечает этой актуальной повестке. И фонд очень серьезно относится к теме устойчивого развития. А у нас с вами наступило время ответа на те вопросы, которые вы задавали и продолжаете задавать в программе «Менти». Первый вопрос, на который мы хотели бы дать ответ, звучит такой прикладной вопрос. Будут ли выдавать сертификаты и дипломы участникам школы, которая у нас совсем скоро состоится? И, конечно, ответить на этот вопрос мы попросим Юлию Лизичеву. Коллеги, Оксана, спасибо большое. Конечно же, будут дипломы, вернее, будут сертификаты, в которых мы обозначим, что участники школы принимали участие в образовательных семинарах и вели проектную работу. Но кроме сертификатов, там будет много чего интересного, я вам точно обещаю. Ну, как говорится, не сертификатом единым жив выпускник стипендиальной программы. Очень интересный вопрос поступил у нас в программу «Менти». Мне даже самой интересно на него получить ответ. Может ли фонд лишить стипендии стипендиата? Вот такой вопрос, и мы попросим на него ответить Наталью Шульгину. Ну, не хотелось бы на нашей прямой линии углубляться в такую какую-то, ну, что ли, маловероятный, будем считать, сценарий. Конечно же, такая возможность, к сожалению, есть, к сожалению, для всех нас. Но я думаю, что эта ситуация, скорее всего, не случится ни с кем из вас. Да? Ну, все подробно, все критерии, все условия получения стипендии прописаны во всей нашей документации, в принципах и правилах. Вы можете всегда получить дополнительную консультацию, если вдруг возникнут вопросы. Но основной критерий успеха, как не потерять право на стипендию, это, конечно же, соответствовать критерию, так сказать, академически успевать, неправильно сказать, отличника, потому что оценки на 5,4 вполне как бы приемлемы, и только отличник не является принципиальным условием. Да, пятерки
не являются показателями исключительно вашей академической успеваемости. Поэтому 5-4 все замечательно. Главное, чтобы не было оценок троек, ну, тем более двоек. Но, опять же, эти случаи крайне редки в нашей ситуации. Обычно стипендиаты всегда хорошо стараются соответствовать этому критерию, потому что, как мы видели, стипендия не только, конечно же, хорошее материальное подспорье, да, всем ребятам это понятно, но и дает массу возможностей для профессионального, для личностного роста. Поэтому, конечно, утерять эту возможность было бы очень обидно. Поэтому, но, опять же, есть ряд условий, когда, например, что-то происходит с вузом, переорганизация, уход в академотпуск и так далее. Все эти особые случаи прописаны в нашей документации. Вы можете там все внимательно прочитать. И если будут вопросы, мы с удовольствием ответим. Желаем вам, чтобы этот вопрос никогда не стал для вас актуальным. Спасибо, Наталья. Еще один вопрос, который поступил к нам через программу Менти от участников прямой линии, звучит так. Как пандемия сказалась на работе фонда? Ну и, конечно, попросим мы на него ответить Оксану Ивановну. Вопрос опять такой большой, что про него можно говорить долго. И, кстати, на нашем сайте есть специальный раздел, как пандемия повлияла на нашу работу. Прямо хроники по дням, как мы действовали в течение прошлого года. Я бы его разделила на две части. Для нас было важно с самого начала всей этой кризисной ситуации это два основных аспекта. Благополучие наших благополучателей, то есть грантополучателей, стипендиатов и благополучие сотрудников. То есть это два наших таких важных аспекта, которые мы всегда имели в виду, когда что-то делали в течение прошлого года. И этим как бы были продиктованы все наши решения. Если говорить о поддержке стипендиатов и грантополучателей, то мы предложили дополнительные условия, более подробно можно смотреть на нашем сайте, изменили условия грантов, предоставили дополнительную финансовую поддержку и запустили, благодаря дополнительным средствам, которые выделил Владимир Олегович Потанин, 1 000 000 000 рублей, 3 антикризисных конкурса, собственно, распределив эти средства между некоммерческими организациями и учреждениями культуры. Порядка более 470 организаций получили поддержку в этих антикризисных конкурсах. Что, я думаю, по количественному показателю сразу станет понятно, увеличило объем работы сотрудников фонда, несмотря на то, что мы все, как и вся страна, как и студенты, и преподаватели, оказались вынуждены работать дистанционно. Это тоже признак 2020 года. И, собственно, так организовать свою работу, чтобы не только сохранить действующие программы, действующую поддержку, но и реализовать вот эти антикризисные инициативы. Мы в течение прошлого года существенно выросли, и как команда у нас появились новые сотрудники. И самое главное, мы увидели новые возможности, тоже об этом сегодня много говорили, увидели, как можно изменить нашу работу, не потеряв в качестве, для того, чтобы делать то, что мы делаем, более эффективно, оперативно, ну, например, те самые антикризисные конкурсы и поддержку текущих грантополучателей мы запустили за 13 дней от идеи до реализации. Это, наверное, наш собственный рекорд за все 21 год работы фонда. Мы многому научились, и, наверное, самое ценное, чему мы научились, это то, что наше сообщество и стипендиаты, и грантополучатели, и партнеры, эксперты поддержали такую работу фонда, и мы точно знали во всем, что мы делаем, что мы не одни. И даже если что-то получается не с первого раза, это было не страшно. Главное, что мы вместе смогли справиться со сложностями прошлого года и стать сильнее. Надеюсь, что вы также среагировали на пандемию. Спасибо. И вот так вот незаметно пролетело время и подходит к финальной части прямая линия, наша первая прямая линия благотворительного фонда Владимира Потанина. И мы попросим сказать какие-то завершающие слова, конечно, генерального директора фонда Оксану Ивановну Орочеву. Дорогие коллеги, дорогие друзья, мне кажется, что наша прямая линия удалась. Я очень надеюсь, что вы получили ответы на часть вопросов, как минимум, что вы и дальше будете задавать вопросы, а мы будем на них отвечать.
Вы увидели и познакомились с тем, что делает фонд, и теперь уверена, что для вас фонд – это фонд с человеческим лицом, а не только то, к чему мы привыкли онлайн, да, не только то, что вы видели за экранами своих компьютеров, и увидели, насколько много разных и важных инициатив можно реализовать при поддержке фонда и как они реализуются другими нашими грантополучателями. Мы будем очень рады видеть всех вас на наших мероприятиях, программах, проектах, конкурсах. Оставайтесь такими же активными, какими вы были во время стипендиального конкурса, и оставайтесь вот именно такими активными. Ведь это то, что отличает любого потанинца от очень многих. Неравнодушие, желание действовать, а не ждать готовых решений, пробовать, экспериментировать, предлагать, двигаться вперед самому и вместе с собой двигать свои команды, свои университеты и так далее. Остаемся на связи, остаемся вместе и до новых встреч на наших различных площадках. Удачи всем! Спасибо. Мы обращаем ваше внимание на то, что вы всегда можете задать свои вопросы в чате телеграм-канала конкурса или отправив их на электронную почту в адрес благотворительного фонда. И завершая нашу первую прямую линию, мы выражаем благодарность, конечно, всем спикерам, всем сотрудникам фонда, всей команде фонда, которая отвечала на вопросы. Благодарим всех героев наших видеороликов и, конечно, огромную благодарность вам, слушателям нашей прямой линии, за ваше участие, за вашу включенность, за вашу активность и за такие яркие и интересные вопросы. Спасибо и до новых встреч!